В эфире РБК «Уфа». Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукор. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Усилить контроль. Республиканские бизнесмены считают, что предоставление приоритета отечественным компаниям при госзакупках лишь усилит коррупционную составляющую. Льготный займ с Телетамакское станкостроение получит средства на запуск новой линии. И доходные дочки в России рассматривают схему введения нового механизма ГЧП для медучреждений. Представители бизнеса республики не верят в действенность нового закона, который ставит в приоритет отечественных производителей при участии в закупках госкомпаний. По мнению предпринимателей, действенно лишь предоставление неценовых конкурентных преимуществ. Постановление о предоставлении приоритета отечественным поставщикам товаров и услуг при участии в закупочных процедурах компаний с госучастием и госмонополией подписал Дмитрий Медведев. При этом участники из России будут получать ценовое преимущество в 15%. Специально оговорено, что эти меры не относятся к закупкам от одного поставщика, которые занимают около 50% объема закупок госкомпании. Это почти 4,5 триллиона рублей по стране. Аналитики говорят, что новые правила стимулируют предложение на внутреннем рынке, но при нынешних ставках по кредитам этого недостаточно. К тому же, по мнению республиканских бизнесменов, закон о ценовом преимуществе в 15% для отечественного производителя, изначально направленный на рост импортозамещения, будет лишь стимулировать коррупцию. Всему виной, говорят эксперты, не сами законы, а контроль за их исполнение. В пример приводят недавние изменения в предоставлении преференций для малого и среднего бизнеса при участии в тендерах. Закон отличный по преференциям малому бизнесу на тендерных процедурах, но он на сегодняшний день не работает, потому что крупные корпорации создали свои малые инновационные компании, которые все равно являются посредниками между заказчиком и исполнителем. Что приводит к отсутствию качества выполнения работ, размыванию ответственности сервисных компаний и в итоге замыливанию этого закона и уменьшению желания работать в этом инновационном бизнесе таких компаний, как мы. Фонд развития промышленности предоставит займ в 500 миллионов рублей на льготных условиях Стерлитамакскому научно-производственному объединению «Станкостроение». Средства направят на локализацию производства многоосевых станков с числовым программным управлением. Предполагается, что цена на производимые предприятием станки будет до 1,5 раза ниже, чем у зарубежных конкурентов при сопоставимых характеристиках продукции. Общая стоимость проекта с учетом займа ФРП оценивается в 729,5 миллионов. Станки предназначены для ряда стратегических отраслей, в том числе оборонно-промышленного комплекса и химической промышленности. Условия предоставления займа пока не уточняются. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 7 копеек, 64,91. Европейская подешевела на 57 копеек, 72 рубля 44 копейки. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка долларов в Промтрансбанке и Уралкапиталбанке за 64,60, продажа в Россельхозбанке за 64,99. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в банке Финам за 72,10, по продаже в Мербанке за 72 рубля 55 копеек. Минздрав России инициирует создание нового механизма государственно-частного партнерства для бюджетных медицинских учреждений. Ведомство предлагает дать им право создавать дочерние компании, внося в их капитал свободную недвижимость. Дочки больниц и поликлиник смогут приносить учредителям прибыль на оказание платных услуг. Предполагается, что головное учреждение будет контролировать работу созданного общества и одновременно получит частные инвестиции для выполнения функций по программе госгарантии в здравоохранении. А доходы от его работы будут поступать собственникам. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Остается решить, будут ли дочки федеральных медучреждений бесплатно оказывать услуги в рамках обязательной медпомощи населению. Сама идея-то, она имеет место быть. И более того, человек не будет бегать там по каким-то дополнительным инстанциям. Это все будет в рамках одного медицинского учреждения. Оказывается помощь. Но, как я надеюсь, она будет дополнять то, что отсутствует в государственных медицинских организациях.
Я думаю, что инвесторы тоже взвешенно будут подходить. Я не думаю, что все сейчас рванутся в это направление. Но те, кто уже работает, они будут, конечно, расширять свои возможности и свою деятельность. На этом у меня пока все. Оставайтесь с РБК.